Всем привет! Сегодня у нас 1 октября, суббота. Еще нет 11 часов, а я уже на пляжу, на своем обжитом месте. Я тут уже третий раз вот именно на этом месте. И хозяева меня уже издалека видят. Кричат Калимейра. То есть доброе утро, я им тоже. Вот. Ну и по традиции, чтобы лежаки были бесплатные, значит, надо что-то купить. Я беру бутылочку пива, потому что, ну, как бы, в течение дня пить-то хочется. А это идеально, прям утоляет жажду. Вот. Ну и взял пиво, значит, это самое, отхожу и слышу, хозяин мне что-то там кричит, да, по-гречески. Я поворачиваюсь, а он мне протягивает тарелочку с орешками. Вот, видите? Вот такое пиво и тарелочка с орешками. Вот такой пейзаж. Ну, то есть, вот, постоянной клиентуре здесь уже идут какие-то бонусы. Вот. А я тут уже постоянно клиентура, фактически. Мне тут еще долго. Долгие дни коротать. Безделье мается. Но так было запланировано у меня. Я нахожусь на заслуженном отдыхе. Все лето я работал физически. Сейчас нужно восстанавливать свой тонус. Здоровье хорошо, все нормально, но вот мышцы нужно, чтобы прослабились на солнышке, на горячем песочке. Но я, правда, на лежаке сижу. Вот. Сейчас через часик примерно. Сейчас 24 градуса, сегодня вообще до 29 обещают, офигеть. 29 градусов 1 октября. Ну вот, сегодня буду много купаться. Точнее, не купаться, а плавать именно. Именно плавать. Потому что это самое-самое полезное для здоровья. В чистой соленой морской воде поплавать, продышаться хорошо. Вот, я чувствую, это и для кожи хорошо, я чувствую, как это. Ну, я сейчас начал это, купил крем, масло и крем на основе оливкового масла. И это чувствую, как благотворная это вода, солнце такое, не жгучее, оно жаркое солнце, но не такое жгучее, как, наверное, в середине лета. Это сейчас, я считаю, идеальное время, просто идеальное. И жаркая вода теплая, и небо синее, посмотрите, чистейшее синее небо. Красота. Ну ладно, мы еще сегодня включимся несколько раз. Это я как бы как стрим записываю, да, прямо на телефон. Телефон у меня не самое лучшее качество, но чтобы сразу выкладывать в сеть, я снимаю на телефон. А то, что я снимаю на камеру на хорошую, это будет уже по приезду домой монтироваться и постепенно выставляться.